несколько затянуть аналогичные работы, но в целом он уже готов. А вот вопросик, Петровский парк до делового центра когда откроет? В ближайшие дни откроем. Ой, хорошо было. Он готов, там просто идет пусконаладочные работы, мы уже хотим довести до конца. Все замечательно. Первый участок видеопересадочного контура, большой, кольцевой Москвы, поэтому он стыкуется с многими станциями, и с МЦК, и с метро, вот это надо все увязать, чтобы синхронно все работало. Поэтому несколько затянуть пусконаладочные работы, но в целом он уже готов. Все, хорошо.